Пора заказать такси? Скачай мобильное приложение «Рутакси» и получи скидку 25%, а также мгновенную обработку и удобство заказа. «Рутакси». Let me speak from my heart, my friends. Can you help me, please? I need to get the taxi. Can you take my order in English, please? No. Hello, do you speak English? Can you help me? I need to order the taxi. Can you take the order in English? Я вас не понимаю, пожалуйста. Найдите переводчика, перезвоните. Всего доброго. Добрый день, меня зовут Екатерина, я работаю старшим оператором диспетчерской службы «Лидер», работаю там год. Английский хотела бы изучать для путешествий, для себя, всегда рада повысить свой уровень английского, изучала его с детства. Английский сейчас нужен практически везде, поэтому стараюсь учить его. За границей быть не приходилось, но с иностранцами общалась. Также мои занятия любимые – это просмотр кино, чтение книг, игры, экстремальные в игры «Дозор» и «Энкаунтер», также пение и плавание. Let me speak from my heart, my friends. Меня зовут Татьяна, в диспетчерской службе «Лидер» я работаю уже 6 лет. Работаю на данный момент в должности администратора. С английским языком впервые столкнулась в школе, началось мое изучение. Не скажу, что я знаю его очень хорошо, продолжила сейчас в университете. За границей, к сожалению, бывать не приходилось. Естественно, я это планирую, очень хочется. С иностранцами сталкивалась и в интернете, и в формате онлайн-игр, и в реальной жизни мы общались. Знание английского языка пригодится, в принципе, везде, в любом аспекте жизни, в работе. Мне, как администратору при звонке иностранца, я должна уметь грамотно обработать обращение, корректно предоставить какую-то информацию. В том числе на английском языке хотелось бы это делать. Мое самое большое увлечение – сейчас я мама двух детей, это моя семья, обучение в университете, в Академии биологии и биотехнологии ЮФУ. С детьми мы тоже пытаемся учить английский, они еще маленькие, но успехи делают, в принципе, хорошие. Let me speak from my heart, my friends. А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует, и сну еще наколдует.